Здравствуйте, в эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Какие возможности есть у самарцев для того, чтобы лучше узнать историю города? Каким был Куйбышев в военных лет в качестве запасной столицы? Об этом мы поговорим. И в нашей студии руководитель агентства коммуникации «Протон» Татьяна Мокшина и профессор Самарского государственного университета Михаил Перепелкин. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22. Кстати, я предлагаю нашим телезрителям сообщать о том, с кем и с чем у вас ассоциируется наш город. Звоните. Здравствуйте, Татьяна, Михаил. Здравствуйте. Ну, давайте добрый с этого день. И начнем, с ответа на этот вопрос. Какое место или объект в Самаре является для вас знаковым, и где особенно чувствуется, что вот я здесь, и это Самара? Вот пока вы думаете, я могу про свои ощущения сказать. Вот для меня это район Губернского рынка, вот эта улица Буянова, Ульяновская, вот это. Вот я когда там хожу, я чувствую, что я в Самаре. И хожу даже вот по коммунистической, мимо дома, коммунистической номер 5, вспоминаю передачу Михаила, как он стоял под этими часами, думаю, боже мой, Самара, вот она. Но все меняется, к счастью или к сожалению. Вот это мои ощущения. А у вас, Михаил, вы до такой степени... Я просто, Татьяне, хотела добавить, что я вот на улице Буянова родилась. Я работала в 12-й школе учителем, то есть это в конце улицы Буяновой на Красноармейской. То есть мы совпадаем, это вот как весна на Заречной улице. Но больше всего я люблю берег Волги. Угу. То есть вот выйдешь на Волгу утром, вечером, да. И душа поет по-другому. Да. А у вас, Михаил? Да, ну вы знаете, вот у меня, как Мандельштам говорит, что такое биография интеллигента? Это те книжки, которые он прочитал. Поэтому у меня... Самара ассоциируется с какими-то книжками, которые mm-hmm. я прочитал. И, ну, а в общем, если суммировать, то, наверное, тоже Волга. Волга, потому да. что кто бы здесь ни жил, кто бы сюда ни приезжал, так или иначе это отражалось и в книжках. Ну, и у меня много своих каких-то личных воспоминаний. Да, да, но все мы волжане, да, и этим гордимся. Ну, вообще вот хотелось бы у вас, Михаил, как у популяризатора истории, уточнить, какие методы сегодня особенно эффективны для того, чтобы доводить исторические сведения до горожан. Вот чем вы пользуетесь? Мы вас знаем как телеведущего, да, вот автора своей программы такой. А еще что? Что можно использовать для этого? Ну, вот то, что я умею, тем я и пользуюсь. Поскольку я преподаватель, то и ученый, то, наверное, главное для меня даже не популяризировать какие-то вещи, а как ученый, как историк литературы собрать, найти, изучить, да, что делает ученый. Какие-то разбросанные там, следы прошлого он собирает, выстраивает их в одну ниточку и обнаруживает закономерности. Угу. Поэтому вот несколько книжек в серии «Самарский литературный архив» мною и моими коллегами подготовлены. И вот это то настоящее большое дело, которое мы сделали, которое мы делаем. Я этим очень горжусь, это очень люблю. Ну и на лекциях я стараюсь это делать. Ну и телевидение здесь, наверное, не последнюю роль тоже играет, потому что, ну, во всяком случае, во многие дома... Вот то, чем я занимаюсь, во всяком случае, приходит, вот, приходит через телеэкран. Да. Но вы же еще и экскурсии проводите. Ну, экскурсий не так много, может быть. Но они оставляют... наверное, в них есть что-то... Что-то есть, потому что очень много особенное. Отзывов в интернете после ваших экскурсий, очень много впечатлений, люди делятся. Кстати, может быть, вот они нравятся, если нравятся тем, что я не профессиональный экскурсовод, и я не делаю это так, как делают профессиональные экскурсоводы. Я импровизирую, я рассказываю про то, что мне интересно, про то, чем я занимаюсь сейчас, про то, что я сейчас читаю, или там мы недавно снимали передачи, и когда люди видят... вот такую вот импровизацию, живой какой-то разговор, им, наверное, это интересно. На самом деле, интересны не знания, которые можно из многих источников сегодня почерпнуть. Интересно, как живой человек тебе об этом рассказывает. Угу. Вот, наверное...
У нас, да, даже с Мишей была такая совместная история. Было 23 февраля, мы пытаемся как-то в агентстве творческие праздники отмечать. И мы решили своим молодым людям в агентстве подарить экскурсию по революционной Самаре. Вот Миша нам рассказывал, то есть я думаю, для него нетрадиционная такая тема, новая была, и вот он очень свежо, оригинально, был интересно. Жуткий холод, было очень холодно. С большим интересом. Потом мы пили чай, да, мы многое узнали о и Вилонове, Буянове, Галактионове. В общем, была интересная экскурсия. Да, вот ваш интерес виден, а как оценить уровень заинтересованности горожан, опять же, в интересе к истории? Вот есть какие-то технологии, которые это могут... Ну, не измерить, а как это можно почувствовать и ощутить? Горожане живут историей своего города, интересуются или нет? Или есть какое-то равнодушие? Вот знаете, мне кажется, это дело социологов, какие-то критерии находить и по этим критериям оценивать. Вот я могу говорить на уровне каких-то впечатлений, с которыми мы сталкиваемся в жизни. Вот проект «Школа экскурсоводов-волонтеров», которым мы занимаемся, в том числе совместно с Мишей, говорит о том, что люди хотят знать о своем городе и хотят рассказывать о нем. Мы за 10 дней набрали в эту школу 150 человек и уже выпустили этих экскурсоводов-волонтеров. И еще 30 набираем вот сейчас в августе, то есть 180 человек за 6 месяцев легко набрали. То есть это значит, что знойными жаркими вечерами люди должны ходить там на 4 занятия, что-то там слушать, что-то записывать. Они ходят, слушают и записывают. То есть им это интересно. Вот мне кажется, это уже такой критерий интереса людей к городу. Причем ходят люди разные. И финансовые специалисты, и специалисты крупных компаний, просто молодежь. То есть вот очень разные люди. Потом я стала замечать, что в городе появилось... Вот идешь по городу просто вечером или там воскресный день, стоят какие-то стайки людей, которые ведут экскурсию. То есть это там не профессиональные экскурсоводы, а просто там, пусть это будет таинственная Самара или еще какая-то такая неинтересная тема. Но то есть интерес к городу есть. Мне кажется, это здорово, потому что когда есть интерес, когда человек что-то узнает, он начинает это автоматически любить. Да. И об этом заботиться. И мне кажется, вот это вот надо обязательно подогревать, потому что вот мы летом буквально этим плавали по Волге и были в городе Мышкине, и меня удивило то, что вот в процесс, экскурсионный процесс вовлечены не только взрослые люди, но и дети. Так. Вот там во дворце мышей какие-то дети, наряженные там в артистические костюмы, они давали какое-то представление. И я понимаю, что вот это вот тоже критерий любви к своему городу. Да, вот именно уровень заинтересованности историей, знания, да, обладание знаниями, это как раз вот и уровень любви, да. Желание знать и транслировать. И вообще, дальше. Да, когда есть вакуум какой-то, он всегда заполняется, так или иначе. Вот Михаил подошел к этой теме. Мне очень интересно, как возникла эта идея привлечь студентов вот к такой работе экскурсоводами? Как они вообще восприняли это предложение? И что это за проект? Как он родился в вашей голове? Так много идей, вот очередная. Он родился, потому что, наверное, в общем, должен был родиться. Да? Но, с одной стороны, когда ты много... сделал в этом направлении, хочется, чтобы аудитория была не только заинтересованная впустую, так сказать, но чтобы это была аудитория, готовая с тобой вместе работать. Mm-hmm. Да, аудитория, которая готова достаточно критически воспринимать то, что я там, скажем, делаю на телевидении, да, которая умному зрителю всегда интересно рассказывать какие-то вещи. Да. Вот, и так родилась идея студентов-филологов к этому привлечь. Мне кажется, что это совершенно логично, что филологи об этом рассказывают. Вот я уже сказал, что все, что я знаю из книжек. Я знаю из художественных книжек о Самаре, о Куйбышеве, которые на самом деле, которых очень много, но которые мало кто читает. У меня иногда такое возникает ощущение, что масса художественной литературы, краеведческой литературы, краеведческой о городе написано, наверное, сегодня я являюсь чуть не единственным читателем этой литературы, я ее перерываю. Хочешь, чтобы кто-то это делал вместе с тобой? Вот так родилась идея студентам, филологам предложить стать экскурсоводами, может быть, не профессиональными экскурсоводами, но вот там на каком-то небольшом локальном участке попробовать свои силы. Они отнеслись к этому с большим интересом, кто-то с большим, кто-то с меньшим. И вот потому, что уже сделано, мы видим, что, в общем, зерно упало на такую благодарную почву, и эти экскурсии
который студенты подготовили. Но иногда, вот, я не знаю, как Татьяна скажет, меня удивляли. Они вот, сами ищут материал. Да, они сами а ищут. Вы не корректируете, не проверяете достоверность? Потому что, мало ли, молодежь наговорят все-таки... Ну, в конце концов, так сказать, от ошибок никто и заблуждений не застрахован. Они получают высшее образование, они ответственны, они говорят, кто они такие. Они говорят, что они не профессиональные экскурсоводы, они учатся. Если там какие-то есть претензии к ним, эти претензии нужно и можно высказывать, им в жизни это тоже поможет. Вот, на ошибках учатся. Мы вот сошлись в этом проекте в намерениях, да, потому что когда мы сели, стали обговаривать, как мы будем совместно реализовывать этот проект, мы умеем что? Мы умеем заниматься информационным сопровождением, мы умеем заниматься имиджевыми программами, потому что занимаемся брендом Самарской области, для нас это очень интересно. И мы сели и поняли, что мы хотим фактически одного. Мы поняли, какой разрыв между историческим знанием существует и знанием, которое есть в головах у наших людей, у горожан. И сегодня цифры и факты людей вдохновляют, но не очень. Да? И поэтому мы решили, что мы историю будем рассказывать в историях. И это снижает нагрузку и уровень ответственности наших экскурсоводов. Ну а потом мы все время говорим о том, что это все-таки не профессионалы, это люди, которые по доброй воле хотят узнавать и рассказывать о Самаре своим друзьям. А какая информация будет доноситься до горожан? Какая тематика? Или вот чему посвящены экскурсии? Наверное, Татьяне дадим слово сначала, поскольку... Знаете как, мне хочется, во-первых, всех пригласить 2 числа. 2 число — это такой очень важный день в нашей истории. Это день окончания Второй мировой войны. Вот я сегодня готовилась, посмотрела войны, в которой принимало участие 62 страны из 73, которые на тот момент существовало. 2 сентября. 2 сентября 15-го года, 70-летие со дня окончания этой войны. Погибло 60-65 миллионов человек. То есть это война, в пучину которой был весь мир вовлечен фактически. Это значимая дата. И вот мы в эту значимую дату решили реализовать такой проект. Да? То есть мы создали маршрут из 10 точек. Это дипломатическая Самара. Дело в том, что в годы Великой Отечественной войны, получив статус Самара запасная столица, Самара приняла здесь дипмиссии и военные представительства. И вот мы приглашаем горожан 2 числа с 5 до 7, если они будут возвращаться с работы домой, да, или специально, может быть, к нам приедут, мы будем информировать, где это будет происходить, принять участие в этих таких вот экскурсиях. Они будут проходить в режиме нон-стоп, ребята по 15 минут где-то будут рассказывать истории, связанных с конкретным зданием, с деятельностью конкретного посольства здесь, в Самаре. И, в общем-то, они у нас уже готовились 1,5 месяца, даже сдавали нам пробные варианты своих экскурсий. Я думаю, что это будет интересно, любопытно, ну и значимо для как ребят, так и для участников этих экскурсий. Сейчас как раз самый тот момент настал, когда можно посмотреть как раз на ваших студентов-экскурсоводов, что они заинтриговали телезрителей, что они подготовили. Ну а затем мы продолжим разговор. Я напомню, наш телефон 202-11-22. Звоните, еще есть время. С самого утра здесь, у здания посольства Народной Республики Польша, царит необычайное оживление. Глядите, необыкновенные закуски несут. Семга, красная и черная икра, сыры, колбасы, еще бог весть что, чего уж точно не найти в голодном военном Куйбышеве. Поднимаясь к площади Куйбышева со стороны пешеходной Ленинградской или спускаясь назад, невольно цепляешься взглядом за это яркое здание. Дом Васильева, построенный в конце 19 века, в 1941 году принял в своих стенах посольство Норвегии. Сохранились воспоминания сына работника посольства Георга Крейна. Ему было 16 лет, когда я был эвакуирован из Москвы вместе с отцом. Он рассказывает о том, что они приехали в пустой дом, и потихоньку они обживались, покупали за свой счет мебель, но нужды они ни в чем не испытывали. Именно для них людей из разных посольств был построен магазин «Гастроном». Осенью 1941 года советское правительство решило эвакуировать иностранных послов и журналистов в Куйбышев. Рано утром 16 октября 1941 года в шведском посольстве раздался звонок. Для послов неприятной неожиданностью было обнаружить во внешне шикарных особняках всего лишь 10 железных кроватей.
Обживались послы как могли. Шведы устраивались как могли. Они покупали мебель за свои деньги в специально открытом для них магазине. Когда все-таки они обустроились, то начали наносить визиты другим послам. Оказалось, что многие иностранцы считают, шведам досталось лучшее здание. Да, сколько посольств было у нас в городе, оказывается. Вот даже открываешь для себя. Мы когда проводили репетицию этого, ну, в режиме реального времени к нам подходили горожане. Вот когда мы были у норвежского посольства, мимо нас прошла группа товарищей интересные с иракезами. Они остановились, очень внимательно слушали. И потом, когда рассказ был закончен, они подошли, похлопали ребят по плечу, сказали: молодцы, про фашизм знать это важно, это сегодня да. актуально. Ну, то есть, я думаю, для города это будет интересно. Да, проект, конечно, да, интересный, который демонстрирует заинтересованность молодежи в донесении знаний до горожан. Вот это вот такая новинка, и вот это преимущество большое, плюс, когда мы сами молодые люди... Здесь. Да, вот и студентов настроить на то, чтобы показать, что ведь сюда приехали представители самых разных культур. То есть люди, которые жили по всему миру. Да. Да? Это разные культуры, это разные традиции, это разные языки, это разные фильмы, которые они смотрели, это разная музыка, которая звучала в их ушах. Это разные книги, которые они читали, разные образования. И вот все это на маленьком пятачке, каким была Самара, встретилось. Да? И вот мы настраивали даже не на то, чтобы студенты рассказали нам исключительно про факты, тем более, что фактов, ну вот, к счастью, там воспоминания сына норвежского дипломата сохранились, а многих других воспоминаний нет. Как рассказывать? Да? Мемориальные таблички есть, но они молчат. Да. Они вот не обращают на себя внимания идущих по тротуару, если специально не посмотреть. Как рассказывать? И студенты здесь были поначалу растеряны. А что говорить? Да? Но вот выучите, посмотрите, да, что такое эта страна. Вот эти люди на несколько месяцев приехали в Самару. Как они увидели эту Самару? Чему они удивились? Да. Чему они, может быть, были недовольны? Чему они восхитились? Вот мы старались, ну, вместе с студентами, чтобы они показали, как увидели Самару вот все эти очень разные люди. Да, это тоже интересно. Даже такие есть мелкие истории. Вот ребята, и как исторические параллели такие интересные. Ребята рассказывали об Австралии. Очень немного информации сохранилось. Но они интересно рассказывали, как посол ехал 3 месяца к нам, добирался сюда. И вот, между прочим, австралийский посол собирается приехать к нам 2-го. Да. Пока не точно, но надежда большая есть. Потому что надеюсь, не 30 дней будет. Участие в кинофестивале. Рояль в кустах. Да. Так что те ребята, которые работают у австралийского посольства, у них особая ответственность. Да. Сейчас хочу зачитать вопрос от телезрителей. Дмитрий. Около ДК железнодорожников была парикмахерская. Хозяин армянин, хорошо делал свое дело. По вечерам играл для людей на скрипке. Есть предложение поставить этому человеку памятник. Маленький кусочек истории города, который наверняка помнят многие. Михаил, вот вы помните такую историю? Нет, я, к сожалению, не помню. А что можно с этим сделать? Вот творчески подойти, если... Думаю, что мы поддержим предложение. Мне кажется, вот это обращение, это и есть как раз свидетельство любви людей к своему городу. Потому что вот если они знают, если они помнят, если они хотят, чтобы были памятники, чтобы была красота в нашем городе, это вот об этом. Вот следующее сообщение от Ольги. Для целого поколения людей Самара — это памятник Паниковскому. Ну, так она видит бренд, наверное, вот какой-то символ нашего города. Ну, мне кажется, вот какое-то неоднозначное все-таки отношение вот к этому объекту. Не возникает такого у вас? А в чем неоднозначность? Я не знаю, почему-то вот кто-то его принимает. Мало, во-первых, знает, чему он посвящен. Сейчас то, что происходит с площадью, тоже вот как-то... Ну, это уже... Знаете, мне кажется, любые объекты в истории надо вот воспринимать и ценить. Вот когда бываешь в Европе, и там видишь 14 век, мирно уживается с 21-м, да, и они не собираются ничего сносить, менять. Да. Что-то удачное, что-то неудачное, да. Но памятник поставлен, он связан с историей нашего города. Да. Более того, люди научились на этом зарабатывать, делать деньги. Вот когда туризм очень развит, да, это же приносит большой доход. Исторически вот разные.
Ну и потом этот памятник, мне кажется, соответствует истории нашего города, да? Это памятник космической отрасли, промышленности, которая здесь у нас развивалась. Следующий вопрос от Олега Александровича. Почему бы на здание, где размещались посольства, не установить памятные доски? Мне кажется, мы вот в прошлый эфир как раз об этом они говорили. Они стоят, на многих зданиях они стоят. Другое дело, что там есть фактически ошибки, это раз. А во-вторых, есть здания, на которые эти доски уже невозможно поставить в силу плохих фасадов и плохого состояния здания. Но есть идея информационных стендов, что более современно, да, и что не надо монтировать в здании. Но это, я так думаю, что это дело ближайшего будущего. Это какая-то инновация, да, информационный стенд? Это что будет? Что он из себя представляет? Вот как? Информационный стенд — это не только поверхность, на которой вот есть информация здесь размещенная, но это и поверхность, которая отсылает людей к более большому объему информации, да, то есть через современные технические средства. Мобильные, наверное, да. То есть когда он... Да, это не просто доска, это интерактивная такая история. Так, это уже новые технологии. Следующий вопрос от Ольги Евгеньевны. Иногда интерес к городу убивается на экскурсиях. Слушая скучную и монотонную речь экскурсовода, теряешь интерес. Каким должен быть экскурсовод вообще и где их этому учат? Ну вот уже критические замечания. Вот, наверное, к тем компаниям, которые сами собирают людей и не всегда профессионально. Ну, это всегда бывают люди, которые хорошо делают свое дело, бывают люди, которые не очень хорошо делают свое дело. И вот мы как раз говорили с Мишей о том, что наша история — это рассказывать истории. Вот сегодня люди не очень, без интереса воспринимают факты какие-то и события, да, то есть в том виде, как раньше водили экскурсии, традиционные экскурсии. Людям нужны байки, истории, какие-то интересные параллели. Вот чему, собственно говоря, ребята и учим. Ну, да, и вот не все, даже студенты, как бы сразу справились с задачей. Пересказывая то, что им неинтересно. И мы вот, когда их слушали, просили, ну, ты расскажи то, о чем ты мог бы рассказать приятелю по телефону. Да, о чем вот друзьям. Да, интересно, если тебе интересно, да, значит, и люди останавливают, слушают, и им это надо. И вот не зря вопрос задан про... То есть прозвучала фраза про то, что там парикмахерская, хозяин играл на скрипке. Да, почему? Потому что он в этом городе жил как у себя дома. Он чувствовал этот город вот своим родным. Мне кажется, что вот это, в конце концов, главная цель вот этого проекта. Да? Мы должны в этом городе перестать быть чужестранцами. И, может быть, наши вот студенты, многие из них там, ну, кто-то самарцы, кто-то не самарцы, год проучились и города не видели. Да? И когда они сдавали, вот встал, а ему неудобно там стоять. Я говорю, ну ты почувствуй, где тебе удобно. Ты вот в этом городе должен, как в своем доме, как в своей квартире, да, остановиться. Так что вот жить как в своем доме, наверное, главное. Да, на самом деле так. И вообще сегодня возникает такое ощущение, что не только город, а вот вообще обстановка в мире, что сегодня наша страна самоопределяется. И этого же не хватает нашему городу, что нет какой-то вот идентификации самарцев. Кто мы, что мы, что у нас главное, что у нас интересное, что важное, что значимое. Вот этого не хватает. Вот мы говорим о Самаре, запасной столице. Это же такой огромный исторический пласт. Этим можно гордиться, то, что здесь люди делали для всей страны, для мира. Да? И вот, а этого как-то не хватает. Мы как будто вот скромничаем, стесняемся. Нам незачем вот это все вспоминать и говорить об этом. Подумаешь там. Ну, прошло и прошло. Вы знаете, мне кажется, вот бренд «Самара – запасная столица» — это просто больше, чем «Самара военная», да? Все мы хотим... Почему важна самоидентификация? Потому что все хотят жить в городе, где есть перспектива, где есть будущее, в значимом каком-то интересном городе. Вот когда появляется образ столицы, понятно, что это не какой тебе там город, не какая-нибудь там провинция, да? А это значимый город. И когда, ну реально, у Самары был такой статус, и он даже вроде бы, по мнению историков, и не снят. Поэтому в этом образе есть многое. В этом образе есть и военная история, и промышленная история. Там, и в этом образе есть и литературная история, и история любви. Ну, то есть это не просто военная Самара, это столичная Самара. Да. Михаил, а у вас есть личное такое отношение к этой теме? Вот вы этим занимались? Или опять же, вот, немного информации? Ну, информации
я бы сказал, больше, чем обо многих других страницах mm-hmm. самарской истории, поскольку никогда в Самаре не было много газет, да, а история, вот она там сохраняется. А об этом все-таки вот есть какие-то воспоминания. Mm-hmm. Ну и, конечно, это такой интереснейший клубок. Вот даже то, что студентам удалось копнуть, может быть, не очень много, интереснейший такой вот пестрый очень клубок судеб, событий, мнений, впечатлений, воспоминаний. Тут вот на помощь приходит иногда даже не там, газеты того времени, скажем, а вот эти вот дети дипломатов. Вот они выросли, но эти воспоминания в них жили. И через много-много лет, там на норвежском, на австралийском, на шведском, да, человек пишет новую историю Самары, того города, в котором мы с вами выросли. Это поразительно интересно. Поэтому я этим занимался и занимаюсь, и ну, вот что-то студенты очень многое мне рассказали неизвестного. Да. Кстати, тут большая проблема консолидации информации. Угу. Вот помните, Татьяна, вы нам прислали книгу да. своего знакомого, да? Это же тоже информация о том самом сложном периоде, угу. да? Он сын человека, который строил бункер. Он строитель метро в Москве, да? Из Москвы его сюда. Тоже мы всем агентствам прочитали, это очень интересная история. И вот такие истории, они существуют где-то в разобщенном пространстве. И вот их желательно бы все собрать, аккумулировать для того, чтобы... Ну, реально описать эту страницу. Да, и еще хотелось бы как можно больше людей к этому привлечь. Вот чтобы не единицы, не группки там из 5-7 человек стояли у этих вот рядом со студентами-экскурсоводами, а как можно больше людей вовлекалось. У вас есть такие вот далеко идущие грандиозные планы вот, в массовом порядке людей вовлечь? Вот это дело вот, так громко звучит. Мне кажется, что в таком городе, как Самара, в миллионном городе, вот мы же с вами гуляем там по Петербургу или по Москве. Нельзя пройти по городу и не увидеть там в одном, в двух, в трех, в четырех, в пяти местах обязательно вот людей, говорящих об этом городе угу. и слушающих об этом городе. Ну, понятно, что столица — это столица, но мне бы хотелось, чтобы хотя бы в выходные дни, идя по Самаре, мы видели вот одну, вторую, третью группки. Угу. Да? Да, и... Да, да. Самарцам бы это очень многое давало, да, в том плане, что ну вот, мы там даже говорим мусорить в городе. Да? Угу. Все-таки мусорить или не мусорить в городе начинается с головы. Если ты понимаешь, что ты живешь в своем доме, ты, наверное, будешь к этому по-другому относиться, город будет чище. Угу. Если это чужой для тебя город, он все время будет чужим городом. Да. И вот мы, когда Миша спрашивали об инструментах, вот мы считаем, что один из эффективных инструментов донесения информации сегодня это ивенты, да? Это создание событий, в которые бы люди включались и участвовали. Вот мы 2 сентября для чего делаем. И вот 2 же сентября мы проведем кинофестиваль, который назвали «Тишина антивоенного кино». Фильмы мы будем показывать всех тех стран, которые работали у нас в годы войны в качестве дипломатических корпусов. И идет активная переписка с этими странами. Mm-hmm. И там, допустим, и греческий консул хочет приехать, и австралийский посол. И мне кажется, это тоже вот история, в которой будут вовлечены многие люди. Вообще вот за время реализации проекта «Самара – запасная столица» мы посчитали более 2000 человек, вовлеченные в нем поучаствовали. Да, это очень важно, очень важно. Хочу, не так много времени осталось, мнение Маргариты Николаевны озвучить. Площадь Куйбышева очень много значит для самарцев и оскорбительно для всех, что она сегодня превратилась в стоянку для машин. Но я, честно говоря, там вот не видела, что прям... Да, когда проводится ярмарка, допустим, тут вот эта часть... Ну, так как она у нас самая большая в Европе, то, наверное, приходится ее использовать. Ну, поэтому важно, чтобы на площади Куйбышева как можно чаще проходили разные мероприятия, да. и тогда машинам там не будет места, а будет место людям и событиям. Да, и вот совсем немного времени. Ну, такая важная тема, исторический центр нашего города, важная и больная. Вот каким вы его видите? У вас есть свое мнение, каким он должен быть? Потому что мы тут на пороге перемен стоим перед матчем. Он должен остаться малоэтажным или все-таки пусть там строятся новые большие высотные здания? Михаил, как вы его видите? Или все нужно сохранять? Мне кажется, что я консерватор, да. Мне кажется, что выстраивать новые кварталы надо, используя те территории, которые примыкают к старому городу. А старый город надо сохранить. Спасибо. И, Татьяна, ваше мнение?
Но я считаю, что исторический центр должен остаться историческим центром. Спасибо огромное за то, что пришли, рассказали о том, что вы хотите сделать. И спасибо вам за это. Спасибо вам за внимание и активность. Всего хорошего. До свидания.